Иди в попей, охладись, я напиточек какой-нибудь выпей. Ба-а-а! Два огромных зеленых гиганта сегодня сразятся за сердцем нашей бэйбы. Вот она, наша бэйба с букетиком, она ждет победы. Кто победит сегодня? Невероятная мощь или же наглая молодость нашего майнкрафтовского Халка? Кто из них победит? Дорогой друг, подписывайся на канал, ставь лайк и, конечно же, пиши комментарий. Ваша поддержка в виде лайков и комментариев мне очень нужна, чтобы я в дальнейшем мог снимать для вас подобные эпические видосы каждый день. Перед боем начнем знакомство с нашими героями, которые будут сегодня биться за сердце нашей бэйби. Так, у нас вот здоровый невероятный Халк, который может ворочить вагоны, сшибать их, кидать. Ну, короче, вся эта мощь собрана в одном маленьком тельце нашего зеленого человека. Ну, не такой уж он и маленький, кстати. Он невероятен. Он очень невероятен. Надеюсь, лайкосик вы поставили. У вас было время, чтобы поставить лайкосик, не думая. А в конце серии, если вам видео не понравится, поставите дизлайк. Вот такой вот у нас Халк. Если вы хотите такую же модельку, давайте соберем всего лишь сколько? 10 тысяч лайков. Не так-то это и сложно. Просто поставить пальчик вверх под этим видео. И будет вам счастье, как говорится. Ну а сейчас второй герой, мы глянем на него. Почему же они так хотят получить нашу Бэйбу? Потому что она самая бояшка, самая классная девчонка в этом мире GTA. Да, Халк? Да, он смотрит на вас так. А вы чё лайк не поставили? Кто не поставил лайк, я вам пух у вас всех прихлопну, кто лайк не поставил, говорит нас зеленый Халк. А сейчас вы увидите другого невероятного Халка, который молод, силен и как никогда тесок. Другой претендент на сердце Бэйбы рос в трущобах городских. Вот так он выглядит. Переиграл он в детстве в Майнкрафт. Он продолжает все равно играть в Майнкрафт. Он уже сам стал кубический, но он этого не осознает. Каждый день ему приходилось бороться за выживание. Он даже сражался с уличными бандами. Он изгнал их всех с трущоб. И сам решил здесь жить. Живет здесь, кайфует. Кидается мусорными баками. Так, куда он нам кидать мусорный бак? Покажите. Покажите. Вот это солдата. На тебя морда солдатская. Я тебя прихлопну как будто. Видим, невероятная мощь нашего Халка сделает сегодня эпический бой между ними, между этими двух героев. Пройдет на ринге по правилам боев, без правил, как бы эта тавтология не звучала, но это будет так. Это будет эпическая битва. И мы переносимся с вами на ринг. За нашу Бэйбу будут сражаться два сильнейших воина. Вот один из них уже на ринге, второй стремится на ринг, забегает. Забегает! Странно забегает. Ну как смог называется. Как смог. Хоба! На! Не ожидал? О, мы нокаутировали. Этот мелкий уже нокаутирован. О, ура! О, он встает, он поднимается. Какой ты низкий, я не могу тебя бить. Кулаками. Так ниже пояса не бить, вы правила знаете. Я приму стойку. Я спрячусь. Давай, давай, попробуй. Давай, пихай его, пихай. Давай, пинай его. Есть. Еще удар. Мимо. Тебе надо мелкий реванш брать. Давай, сражайся, трус. Сражайся. Ба! Так, не ожидал? Не ожидал? А я себя еще сейчас могу. Ба! Давай, давай, миси его. Yes. Забил. Смотрите, он в нокауте. Чувак в нокауте. Давайте добьем его. Попинай его трубик. Красавчик ты нас. Молодость побеждает. Мы сбили его с ринга. Давайте подождем, пускай очухается. Пока поприветствуем наших зрителей. Посмотрите внимательно на этих зрителей. Они хотят зрелища. Они все хотят зрелища. Кто найдет среди этих зрителей необычного зрителя и напишет первый в комментариях, тот получит 1000 рублей. Я там у нас счет перекину 1000 рублей. Это не шутка. Это правда. Я люблю устраивать среди своих друзей, моих подписчиков конкурс. Вам просто нужно поставить лайк, написать комментарий. Смотрите, друзья, его мозги размазались по рингу. Вот они, кусочки мозгов его. Не, придется его поднимать, что-то он не хочет сам вставать. Так, спускаемся вниз. Чувак, ну-ка вставай. Кто-то стреляет, кто стреляет? Бэйба, ты что, выбрала себе поклонника, что ли? Ты решила меня расстрелять? Я поднял этого чувака. А ты вот так вот со мной обращаешься, да?
она не принимает нашего друга. О! Чувак, смотрите! Даже чувак в шоке. Ты что такое? Она никого из нас не хочет. Прикинь, мы тут с тобой морды бьем, а она... Вот это поворот. Ребят, мы сражаемся тут за нее, а она говорит, я не хочу с вами. Друг, забираю себе такую нервную, я не хочу с ней ничего общего иметь. Забирай, говорю. Да, лупит по нам. На, бейба, забирай. Да говорю, забирай ты. Вот бери его и все, и уходите. Вы мне не нужны, я пошел отсюда. Вот это поворот, а, ребята. Ну ничего, несмотря на то, что все разбежались, их бейба распугала. Мы должны сражаться. Давай, вставай. Вставай. Защищайся, я защищаюсь. Эпический бой. Все? Ну давай, нанеси мне ответный удар, давай. Попробуй. Шо? А что, не можешь, да? Слабачок! Выше машешь, да? А видишь же, преимущество маленького роста. Тоже есть. Какие-никакие, а есть? Опа. В блок ухожу. Давай. Хоп, в блок ушел. Хоп, и... Опа, защита. Глухая защита. Опа, глухая защита. Ух ты, ел. Вы видели, как он мне врезал-то? Прям по морде. Удар тебе. На! Не ожидал такого ударчика, да? Покраснел уже весь. Опа! Еще удар. Он вылетел за ринг. Давай, поднимайся сюда, трус, что ты машешь снизу мне? Думаешь, не спущусь? На тебе удар. На тебе еще один удар. Все, нокаут. Походу, он в нокауте. Ну что ж, подождем, пока он встанет. Жалко, зрители разбежались все мои. Бэйб, это ты виновата. Это ты их распугала своей стрельбой. Что-то он не встает. Эй, чувак, камон, подъем. Улыбнись и по этому свету. Блин, что? Мозги, что ли, у него вытекли оттуда? Чувак, вставай. Че, вынесем бой на улицу? Давай. Попробуй. На тебе. Давай, вставай. Твоя очередь. Наноси мне ответный удар. Давай. Не ожидал? Не ожидал, чувак. Тогда тебе его сейчас закину. Что, значит, ждешь реванша? Ну, держи. Держи. Держи, чувачок. Вот так я тебе даже пну. Так вот это ты мелкий, слушай, Халк. Молодозелена называется. Бейба будет моя. На тебе. На. Блин, промахиваюсь. Дайте я его кину куда-нибудь. Его за волосы, вот в этот щит я сейчас его зашвырну. Вот сюда. Давай. Промахнулись. Сейчас. Еще не вечер. Че лежишь? Вставай. Вот сюда я ему сейчас запечатаю. Вот так. Вот это красотень какая, а? Давай, вставай. Належивает он здесь. Ничего себе, из меня какое пятно запечатали. Это да, ну я тебе отомщу. На тебе. Так, пятно, говоришь, из меня сделал. Сейчас я из тебя пятно сделаю. Опа. Давай, вставай теперь. Ага, встаешь? Ну, то-то же. На! Удар, еще удар. Еще. Это ты полицию вызвал, а? Трусяра. Большой такой, я невероятный Халк, а сам полицию вызвал, да? Так, давай, сейчас пятно из тебя сделаю. Вот с этой стороны еще пятно. Полиция приедет сразу, по пятну тебя узнает. Да елки. Так, еще одна попытка, давайте. Еще одну попыточку. Так, нет. Мы же хотели с двух сторон щит запечатать. Давай. Только закинь.
Вот так вот. Все. Ждем. Хотя, пускай его арестуют, я пойду спрячусь. Полиция. Хоба, вот сюда в кусты залезу. Оп. В кусты. Все. Такие кусты творят чудеса. Оп. Мы стали невидимыми. Так, и где этот чувак? Где он? Где вот его искать теперь? А? Так, вон полиция ходит. Они его арестовали? Они его увели? Нет, он лежит. Чувак, вставай. Слышь? О, встал, встал. Я же говорил, он встанет. Он очухался. Чё? Все, это нокаут. Нет? Нет. Сейчас я его полицейским сдам. Давай, вставай сюда. Давай, иди к полицейским. О, полицейские свою машину забыли. А что, не пешком ушли, что ли? Ух ты, как же тебя туда запихнуть-то, а? Туша. Багажник тебе положить. Лазишь. Иди, в багажник залезь, я сказал. Что-то мне кажется, он сейчас очнется и будет мстить. Чувак, тебе не кажется твое место на параш, а? Ну-ка лежать. Нокаутируй его, давай, давай, давай. Тебе хватило, не? Тебе не хватило еще? Полежи тогда, полежи, давай, давай, давай. Опа! Давайте, я в полицейский участок пойду сдам, не? Этот шипзик уже надоел сегодня. Садимся в машинку, давайте. Оп, открываем машинку, садимся. Все, поехали. Мы едем в полицейский участок. Я его сдам. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Сегодня победителя у нас выявлено не было. Хотите продолжения, ставьте лайки, пишите комментарии. Это были эпическая битва двух монстров. Всем пока. Ух, что с машиной происходит. Что он творит, наш мелкий друг? Он рыпается там, аж машину поднял. Бэйба сегодня не досталось никому.